Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Розе. Сегодня поговорим о ресурсах, где их выбивать. Мы знаем, что для крафта требуются ресурсы. За красные я не буду ничего рассказывать, потому что еще я не знаю. Вот синенькие, я вам все про синенькие расскажу. Рецепты создания оружия. Рецепты... Пропуски дают, сезонном пропуске рецепты дают с вот этого сундучка. Если вы прошли пропуск, вам 3 раза в день такой сундучок будет давать. И у вас есть 3 попытки. 3, подождите, да, 3 попытки, чтобы скрафтить 3 рецептика. Вот для крафта нужно нам, что, рецепт. Сделать рецепт создания оружия, к примеру. Нужно 20 фрагментов. И только шанс успеха 20%. Материалы. Вот основные материалы, которые вам нужны будут для того, чтобы создавать синие вещи. Давайте начнем. Чего? Меч. Синий меч. Что нам нужно? Драгкамень исключительного качества. Сталь исключительного качества. Рецепт. То же самое посох. Ну, тут дерево нужно. Посох гигантов. Нужна сталь. Но вы не думайте его крафтить, потому что... Вот видите, вот тут такая наковальня нарисована, и тут 0 написано. Это значит, что его нельзя точить. То есть можно точить, но при заточке в +1 есть возможность, что он сломается. Лучше вот такой посох скрафтите, если вы маг. Тут есть сбор душ. Поглощает душу умершего врага, чтобы восстановить МП персонажа. Вообще имбовая штучка. Если вы ложите с 3000 моба, то вам вообще МП регенить не нужно. Оно регенится за счет мобов. И плюс этого посоха, то что его можно заточить +6. Без всякого риска. Ну если еще... благословенной заточечкой, то можно и там и на 8 заточить. Ну, как повезет, конечно. И плюс то, что вы точите, у вас увеличивается точность вашего оружия. А точность очень сильно роляет. Или вы попадаете каждым выстрелом по мобу, или через раз. Это очень много роляет. Так, начнем с первого ресурса. Это кожа. Кожу мы добываем вот здесь. Имена с вот этих товарищей. Детеныш Василиска с каменной чешуей и Василиск с каменной чешуей. С них падает кожа. Как видим, если вы хотите узнать, что падает вот в этой локации, то вы нажимаете... на монстры и смотрите, какие боссы есть в локации, есть монстры какие. И вот ищем, где Василиск с каменной чешуей. Вот с него падает кожа. Персонаж атакован. Ой ты, господи, эти вары задолбали, блин, господи, бляха-муха. Даже не дают видео снять. А, да, хотел еще рассказать кое-что. Когда вступаете в клан, обращайте внимание на то, что сколько у клана врагов. Конечно, у клана немало и союзников, как бы, но врагов тоже, как бы, хватает. И то, что вы вступаете в клан, вот видите, это союзник, это вар побежал мой. Когда вы будете становиться на локацию фармить, вас постоянно будут убивать, и вы если... не знаете, вы будете не понимать, почему, блин, вас убивают. Потому что у клана много варов. Так, пошли повоюем. Ага, их уже отпиздили, супер. Тут наших нормально хватает. Так, продолжим дальше. Отправимся в руины отчаяния. В руинах отчаяния очень хорошо падает ткань.
Я вот тут постоянно фармил, вот тут моя. Вот тут классно, мне нравилось фармить на маге, потому что мобы не добегали до меня, когда я вот я по ним стрелял, там мне нужно было где-то по 5000 им давать, чтобы убить. И они до меня не добегали. Получается, падает. С паучков ткань. Ну и не только с паучков. Ткань. Ну, ткань много где падает, но... Ну все. Пробудившийся зомби-житель. Могильный паук. Вот с него ткань падает. Теневой паук. С теневого паука тоже ткань падает. Так, дальше. Отправимся в лагерь орков Турек. Тут мы добываем металл. То есть сталь. Тут сталь со всех вроде бы орков падает. Тут неплохо сталь добывается. Ну и самое офигенное место, где я сейчас фармлю, это муравейник. Конечно, если мне дают тут пофармить вары, те же вары. Потому что на ночь оставляешь персонажа пофармить. Приходится уведомления на телефоне отключать, потому что постоянно телефон, блин, вибрирует. Это дискомфорт. Ты не высыпаешься, ты нервный. Ну поставил фармить, убили так убили, ничего страшного. Тут вообще офигенное место. Ты где хочешь можешь стать. Смотрим, второй этаж. Со всех мобов падает драгкамень, который нужен для крафта. Для крафта оружия синего. То посох, то лук, то кинжал. Нужен драгкамень. Кристаллы. Кристаллы вы добываете. Вот я не знаю, просто вот сезонный пропуск хороший. Вот этот тут сундучок. Тут фрагменты падают на оружие, на украшения и доспехи. Также падает кристалл призыва 2000 штук. Получается 6000 кристаллов в день где-то падает. Что классно. А потом, если вот это с пропуска, этот сундучок пропадет. Я не знаю, где кристаллы добывать. Сейчас классно, можно крафтить вот рецептики. Кучу я себе просто накрафтил. Ну, шмотки, посох. Я уже, наверное, посоха 4 сломал, пытался заточить. У меня плюс 7 ломается, я не могу точить. Не понимаю, почему и как оно работает. А, еще тут падает вот липкая жидкость. Ее мазин сдавать. По неплохой цене. 10 тысяч за штучку. Тут можно нафармить неплохо. Вот, учитывая, что вы фармите драгкамень, сеть для крафта, тут вы еще тут фармите адену неплохо, очень неплохо. И плюс вот эту липкую жидкость даете. Что мы поняли? Василиск с каменной чешуей. Мы фармим здесь материал, кожу. Южная пустошь. Руины отчаяния. Здесь мы фармим ткань. Лагерь орков Турек. Здесь мы фармим. Ну, с псов можно кожи, конечно, нафармить. Но в основном здесь падает сталь. Это три компонента главных. Еще нам нужно дерево. Вот, дерево я не знаю, где фармить. Сейчас поищем. В основном сталь нужна. Сталь. Драгкамень, сталь, кожа. Это дерево, только посох. Вот исключение. Кристалл, посох.
чтобы узнать, где фармить дерево, очень просто. Вы зажимаете на ресурс. Вот, зеленое дерево. Охота на монстров. И смотрим. Холмы Диона, холмы Диона. И таким образом мы находим... Холмы Диона, смотрим, монстры. Падает зеленое дерево. Со всех монстров. Так, это был мини-гайд от Розе. Всем хорошего настроения. Всех с наступающим Новым годом. Счастья, здоровья. До новых встреч.